Так, народ, салам пополам, и сегодня у меня на обзоре комплект из трех сверел. Каждый комплект стоит по 357 рублей с учетом экспресс-доставки за 10 дней в Питер. Сегодня 05.10.21. Контактные данные я все свои скрою, так что уж извините. Подарок, шнурок какой-то с рыбкой. Нормально. Масло, излишки. Серло первое. 3.12. Блин, со вспышкой плохо видно. Теперь меня не видно. Заточка отличная. Хвостовик шестигранный, но сделан он хуже, чем сверло 3.13. Сверло второе, 4.12. Все то же самое, заточка, но тут заточка похуже. Тут оно типа бура, что ли. Но не бура, а именно точки. Сверлить такое не будет. И сверло 4.20. Заточка тоже нормальная. Так, давайте вторую открывать. Уже подарка нет. У меня подарок тоже есть. Вот он. Заточка. Заточка херовая. Ну-ка. Ну, видно, короче, кусок лопасти не хватает. Второе. Тут заточка тоже хероватая. Третье, что с третьим-то? Ёперный театр, тоже херово все. Ну, давайте еще комплект последний откроем. Тоже подарок есть. Заточка этого нормальная. Заточка этого. Блин. Ну, в целом лучше, чем предыдущего. Заточка. Вот этого тоже неплохая. Самый лучший комплект, по-моему. Ну что ж, я бы еще бы испытал бы их на сверление. Давай этим займемся. Не, заниматься этим не будем. Ну его нафиг. Сверло нормальное, но вот только один комплект из всех. Что вот этот? Этот комплект я, пожалуй, оставлю себе. При этом он нормальный, но липучка. Фигово. Да, кстати, ребят, я же не провел самый главный тест. Главный тест — это размеры. Так, ну чё.
8,5 где-то, ну, 8,7 длина максимальная. Этого еще меньше, самая максимальная. Теперь по размерам дырдочек 12 миллиметров. 12 миллиметров, это у нас 11,5. Да, это меньше 12. 11 совпадает. Десятка не доходит. Так, 9 мало. 9 это у нас уже 8,7. Восьмерка это у нас, блин, не вижу. 7,5, да ну нафиг. Восьмерка это 7,5, ребят, смотрите. Блин, фонарик не видно из-за него. Семь с половиной миллиметров. Может, она к вершинке побольше? Нет, 7,5 миллиметров восьмерка у нас. Замечательно вообще. Семерка 6,9. Шестерка тоже меньше. Пятерка 4,5. Четверка 3,8 где-то. Тройка. Ну-ка, тройка. Тройка в тройку попала. Ну-ка, это первое сверло. Давайте второе. Четверка. 3,9 где-то. Шестерка. Ну, около 6. Восьмерка. 7,5. Десятка попадает почти. 12. 12 у нас. 12 у нас это 11,6. Нет, 11,7. Да, вот такие вот они китайские сверла. Это, конечно, неожиданность и очень неприятная. Нестандартные размеры. Ну что, начнем с этого? Не, начнем давайте с 20. С 20. 20 есть. Значит, у нас что? Значит, у нас 18 нету. Шестнадцать есть. 14 есть. 12 четко. 10 четко. 8 четко. 6. Ну, 5,9, короче. 4 это 3,9, да? Вот такие вот они. Ладно, это самый лучший комплект, который по заточке был. В принципе, на этом видео окончено. Всем спасибо.